А где сыр? Минут на 10. Нет. Ну, минут на 7, на 5. На 10. Вот это вот, я забыла. Меня допустили до тела су-шефа. Если я сделаю что-то не так, я получу вот этой скалкой. У нас их две, одна боевая. Вы не по форме одеты. Проект «За всю хурму» зашел в гости к самому доброму из всех добрых барабасов города Шадринска в кафе «Барабас» Комсомольская 16Б, где мы будем сегодня готовить вкуснейшую итальянскую пиццу. Мы готовы создавать отличную пиццу. Находимся в самом сердце Барабаса. Со мной Дарья, это су-шеф. И он мне расскажет все секреты, как создавать пиццу. Дарья, какую пиццу мы будем сегодня делать? Сегодня мы будем готовить классическую пиццу маринара. Маринара, из каких ингредиентов она состоит? Она состоит из соуса специального маринара, соленых огурцов, помидоров, колбасы вареной и, естественно, сыра. Есть такие люди, которые могут испортить пиццу? Такие, как я, допустим. Ее почти нереально испортить. Вы уверены, что я сегодня ее не испорчу? Я думаю, да. Ну что, попробуем сделать пиццу? Вы не по форме одеты. Вам нужно одеть фартук и перчатки. Что шеф сказал, значит, так нужно и делать. Теперь я точно одет по форме, на мне перчатки. Я могу смело приступать, повторять за вами, Дарья, что нужно делать. У нас два подготовленных проекта пиццы. Показывайте. Для начала раскатываем тесто. Если я сделаю что-то не так, я получу вот этой скалкой. У нас их две, одна боевая. У су-шефа получилось, посмотрим, что получится у меня. Второй этап, мы подготовили наши блины для пиццы. Правильно говорю, нет? Так. Основа для пиццы. Основа для пиццы, все, действительно. Ее нужно будет разместить на так называемые листики. Мы должны смазать их маслом, так? Да. Поехали. Этап номер три. Мы смазываем соусом нашу основу. Как мы это делаем? Сколько нужно? 2 ложки, это я заметил. Я помню, что 2 ложки. Что дальше? Дальше идет колбаса 170 грамм. Этап номер 4. Колбаса 170 граммов. Один кулачок одного ведущего. А где сыр? Пиццы готовы запекаться. Моя из проекта «За всю хурму» и су-шефа Дарьи из Барабаса. Чья пицца будет вкуснее, я даже не знаю, кто это оценит, видимо, посетители. Отправляем минут на 10. Ответственный момент. 100 грамм сыра вновь в печь, потом будем наслаждаться. Проект «За всю хурму» сегодня делал пиццу маринара. Проверяем.